Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм поросенка. Вот у нас такие сегодня три замечательных поросенка лежат. Вот так вот они упакованы в индивидуальную полиэтиленовую упаковочку. Их используют как и аниматоры, так можно и в детские сады, и в школы. Пользуются большой популярностью. Сейчас они востребованы будут, так как у нас будет год свиньи. Здесь вот посмотрите, такие черные ноздри, добрые глазки. Здесь они красные. Давайте один из костюмчиков откроем и рассмотрим, как они выглядят. Упакован в индивидуальную полиэтиленовую упаковочку. Пакет заклеен здесь. Товар у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru. И давайте посмотрим сам костюм. Костюм у нас меховой. Искусственный мех ярко-розового цвета. Вот смотрите, какая замечательная шапочка. Веселые. Такие вот глазки здесь. Ушки. Шапочка на резинке, то есть она подходит абсолютно на любую голову, на подкладочке. И здесь вот такой вот язычок. Такая вот шапочка. И далее смотрим, у нас идет в комплекте комбинезон. Ярко-розового цвета комбинезон в цвет шапки. Комбинезон просторный, свободный. Внизу на ножках идет резиночка, она очень хорошо тянется. Костюм плотный, посмотрите, внутри подкладочка. Костюм очень плотный, то есть его хватит на несколько лет при частом ношении. Сзади комбинезон у нас идет на липучке. Липучка идет до пояса, что очень удобно, можно регулировать. Смотрите, как выглядят рукава. Вот так вот идут рукавчики, длинные рукава. Здесь идет резиночка, прорезь для рук, и уже дальше одевается как варежки. Вот такие вот копытца. Такое красивое копыто. Вот. И сзади комбинезон, конечно же, у нас с хвостиком. Какой же поросенок без хвостика. Вот такой вот хвостик. Он такой немножечко набивной внутри. Вот так вот выглядит хвостик. Ярко-розового цвета. Вот у нас весь набор. То есть это шапочка и комбинезон уже вместе с пришитыми варежками, как в форме копытцев. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.